Избережет молодое племя отцовский дар. Молодежный форум под таким названием провели студенты и преподаватели Серпуховского колледжа. Мероприятие посвятили 75-й годовщине начала контрнаступления в битве под Москвой. Центральной темой форума стала историческая роль битвы за Москву в ходе Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война – это рана, которая еще долго будет кровоточить в сердцах миллионов, возвращая память, вставшие такими далекими годы военного лихолетия. И сколько бы лет ни прошло, время не в силах стереть народную память, которая будет жить в сердце каждого потомка, сохраняя тесную связь времен и поколений. К форуму тщательно готовились. На него были приглашены почетные гости, и зал был полон. Провести такое мероприятие почетно в год, столь значимый для всего Подмосковья. Ценой невероятных усилий в 1941 году наш народ остановил немецко-фашистских захватчиков на подступах к столице. 75 лет отделяет нас от этих страшных событий. Но время не властно над народной памятью. Пройдут столетия, но потомки всегда будут помнить то трагическое, но вместе с тем героическое время. Всегда будут чтить тех, кто отдал свою жизнь за Родину. В зале вспоминали о героизме и мужестве наших прадедов. Их беспрецедентный массовый героизм, защитников столицы. Форум стал патриотическим митингом, концертом памяти.